Водичка. Да блин! Юля, иди сюда. Коротышка. Я такая это. Мини слегка сплющенная. А тут нет двойного печушка подшката. Печушка-то теперь, если честно. Всем доброго здоровья и приятного аппетита. Сейчас кушает с вами Юлия Мишка. Всем привет. Сегодня мы будем играть в игрушку под названием Super Mario Bros. Wonder. Кстати, импортером игры является компания Ачивка. Вау! Вот это да! Слушайте, как красиво. Так скажем, королевство под грибами. Если вы понимаете, о чем я говорю. Это цветочное королевство. Да. Нас пригласили сюда. В общем, если что, Луижей буду, Юля будет нас Пич. Пич, да. К сожалению, Розалину не завезли. Она, наверное, злая какая-нибудь. Да, наверное. В общем, новая часть... приключений Марио. Без Марио без в нашем Марио, случае. Да, ну вон он тут есть. Ну да, здесь он затусил. В общем, нас тут принц пригласил на тусу Джусу. Сказал, что будет все классно. Посмотрим. Проверим, да. Блин, на самом деле такая картинка глубокая стала. Мне нравится, что еще этот видно тень от облаков и ветерок. Ага. В общем, Цусима вспомнился. Ну, как обычно, короче. Без этого парня. Кстати, смотрели мульт кто-нибудь? Марио. Спичес. Просто стоит посмотреть, если вдруг не глядели. О! Да, довольно. Ой, все, стырили королевство. Как обычно, не опять основа, как говорится, все пошло. Ой, слушай, по трубе, да, так сказать. По трубе. Вау! Серьезно? Чего? А он и этот. Мини-боузер. Мини-боузер, с которым мы проходили, как уж это, DLC. Да. Блин, классно на самом деле вспоминать все эти прохождения, Одиссеи, которые целый год проходили. Уж не знаю, ребят, если поддержите, то с удовольствием здесь побегаем. Хотя фанатов 3D Марио вроде как больше обычно. Побольше-то, ну проверим. Посмотрим. Здесь много новых механик будет. Ну и в целом, в принципе, всю стилистику изменили. И слон. И слон, да. Который всех заворожил еще до выхода игры. Все понятно, на помощь. Да, хотел если сказать... что, игра полностью переведена, да? Хотел сказать, классная, блин, разработка, одна из самых крутых у Боузера. Вот этот корабль, ну, выглядит видишь, солидно. Да. Все. Это был король Боузер, он украл чудо-цветок и похитил цветочный замок. Он как будто слился с нашим драгоценным замком, какой ужас. Но нет, этого нельзя так оставлять, кто знает, что Боузер может еще натворить. Как говорится... Это... Мне кажется, самым страшным уже сделал. Художественный фильм. Да, украли. Стырили. Ё-моё. Блин, кстати, Марио совершенно все по-другому. Вы нам поможете? Спасибо. Можно я буду гидом? Тогда, секундочку. Ой. А, вон оно как. Теперь у Марио в голове поселилась живность. Да, тут персонажи, кстати, целая туча. Штук, всех, наверное, кроме 10. Розалины, блин. А почему, кстати, вот Розалина, она была вот в предыдущих частях? Я вот не помню. Ну, вот именно в таких. Так, Долина Труб. О, вон смотри, как будто о, похоже это... на этот, как его называется, про хоббитов. Блин, Шир, на Шир. Шир, да, Ширвуд или Шир. Шир? Шир. Ширвуд, по-моему, в этом, Шервуд. Шервудский лес. Это в Робин Гуде, по-моему. Так, ладно, все, погнали. Поехали, ё-моё. О, Юлёк. Ну так. Все, собирать все будем. Если что... Стой, а гумбы... Ты куда залезла-то? Вот здесь. Гумбу мочи. А вот как? Вниз. Убалди, Юль. Ты в классику-то вообще играла? Нет. Да ты что, издеваешься? Серьезно? Да я не играла, да. Я, если что... О! Боже. А что я с ними делать-то? Собираю. Юль, тебе идет. А, кстати, мне нравится, как я выгляжу. О, вот эта новая фишка. О, блин, слушайте, они такие, ну, если честно, быстрые. Блин, ты меня зажимаешь. Подожди, экран. А тут, кстати, такая фишка. Ай, о, как Юль, тебе не несло. Ну все, пойдем. А, ну, кстати, ладно. О, водичка. Да блин! Юля, иди сюда. Коротышка. Я такая это. Мини слегка сплющенная. А тут нет двойного печушка-то теперь, Юль, если честно. Уа! Блин, идем сюда, здесь чекпоинт, я так понимаю. А, стой! Нажми правую кнопку. Так. Зажми. У тебя с собой был, прыгни. Все, поздравляю. Все. А можно сюда? О, можно. Блин, классно. Их с собой. Ну это из 3D еще, помню, было, кстати, фишка. Может быть, раньше где-то появился. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Юль там подмылся, хотел сказать. Да, с меня течет. О, видал, кстати. Так. Я, как знаю, с этими цветочками нехилый приход будет. Пойдем. Я уже вижу.
Ой. Трубы поехали. Я все эти сопли собираю. Я тоже стараюсь. Пойдем. Я не знаю, насколько по времени туда. А, мы водой брызгать можем. Да. Трубы плывут. Нет. Стой. А вот эту как? Вот надо, так, на трубе. О, их три штуки мы собрали. Блин, там он еще что-то. Да, сейчас соберем. А-а-а! Фиг допрыгнул. Все, я допрыгнул. Я все собрал, пошли. А, ну все, да. Так что. О, вот. Так. Чудо-семечко это. Ну все. Я не прикольно, знаю. Кстати, что реально у каждого свой, ну, типа, Скинчик. Слон, да. Гениально. Еще бы был общий. Так. Все, я чудесный, Юля, так. Еще нормально. Под это, нормально. Подтренироваться. Мне все впервые. Блин, на самом деле, я помню, играл в, как его, предыдущее Super Mario, где тоже 2D-шный был. Вот он еще на Switch переиздавался. О, это нас что-то сфоткали. Теперь я такой счастливый. Там пипец, сложность была адовая какая-то. Я еле ее прошел. Не знаю, как тут будет, но это было очень тяжело. Ура, чудо-семечки не зря так называются, от них много пользы. Нужно найти их побольше. Да, приход-то вообще нехилый был. Так, парад пираний. Тут тоже, смотри, две вот эти семушки. Ну да, классика, я так понимаю, нужно собрать вот эти, типа, сложность одна звезда, он тут написан. У меня единственное только вот непривычно, что нужно как бы... Левую кнопку жать для бега. Ну, Юля, это классик. Слушай, на заднем фоне почему-то все. Не знаю, как это достать. Ну-ка, а можно, кстати, заюзать? Дай-ка я заюзаю. А как другой предмет заюзать? Блин, ты обе собрала? А, да. Жопа, ну теперь я ладно. Слоном останусь. Ну-ка, давай сюда. Давай. Так, я бегу. Да, нечего здесь ловить. У тебя теперь огонь. Да, я вот вижу. Это классический навык, я помню. Ну-ка, а в трубу? Мы, кстати, ни в одну трубу не пытались залезть. Идет сюда. Все, я его прогоню. О, стой, тут какие-то разлетелись. Ой-ой-ой. Ну, стоп. По привычке все собираем. Кстати, таймера нету. Раньше. Ой, Юль, я улез куда-то. Лезь ко мне в трубу. А, вон я, прикинь! Ну ладно. Я на заднем. Ну-ка, а если я. А как... Давай, лезь, ага. лезь. О, стоп. Кайф, а. Неожиданно. Я так себя не нашел, если честно. Бежим. Ого, фига, Юль, ты. Богатый так. будешь, собрала все. Так, это вот. А, я-то думал, что на фоне там. Так вот, это... Юль, залазь вот в эту красную. Так. Короче, здесь отличается просто. Я помню, раньше нужно было каждую трубу на ощупь. А тут, к счастью, не так, надо. Это вот интересно, все... чьи показываются? Это вот, ну, как бы общие? Нет, у меня слон, а ты зажми. У меня, получается, я так понимаю, может, наверное, и слон, и вот это вот цветочек. Ой, можно слон. А вот здесь вот нету ничего? Да я думаю, вряд ли. Пошли на сейф. Бегу. Анимация, кстати, классная, мне нравится. Я не знаю, вот у нас типа есть то и то, и в принципе. А вот там смотри труба. Да её не, надо? Не, оттуда эти, видишь, черти вылазят. А, окей, ну я просто. Крас. Если о, что, о, о, я сюда. Непрошаренный человек, так что не обращайте Ой, внимания. Ой, а что теперь? Что происходит? Все нормально вроде. О. Это прям, кстати, как в Реймане, да? Там что-то был пель-то. Ну что-то да, такое было. Смотри, что делать? Поет все, да что делать? Мне Тихать. Кажется, просто смотреть. Вон, собери эту штуку. Блин, ну, блин. Я собрал. Ого, труп. Сейчас. А что они не уничтожают? А ты их этим огнем. Я и пытаюсь, ну что-то. Так. Блин. Я просто даже слушаю это. Безумие. Миш, надо наверх, вот сюда. Фига ты. Это как ты? А, да. Нет! А, ее нельзя. Зажимаем. Я слон буду. Блин, офигеть! Юль, забирай. Сейчас. Это Все. Общий. Забираем семечко. Ясно. То есть вот я и спрашивала про это, да, чье да, это? Да, да. Слушай, короче, вниз прыжок, я так понимаю. Хотя тоже высоко. Ну ладно. Не знаю, мне как-то Сколько иногда вопрос? Сам. Стрельник по нему. Быстрее, много раз. Давай сюда. Мне такое чувство, что здесь есть. Блин! Блин, да! Я стал карликом! Ё-моё. Тебе идет. Допрыгнули. Смотри, даже карликом допрыгнул. Смотри, я так. Блин, а весело. Хороша. Мне нравится всё здесь. Хороша, чертовка. Вот, кстати. А почему все время ты идёшь? Я первый игрок. Ну, я маленький, мне можно. Это, фишку хотел сказать, в предыдущей части была тема, что все друг друга толкались. То есть мы мешались, ага, а здесь нет такой ну да, темы. Да, да. Это вообще раньше целая беда, можно было друг другу так сильно мешать и настроение портить. Так, мы все прошли, мы молодцы.
холмы. О, я даже тоже, кстати, заметьте, здесь хожу. А это что такое? А это вот можно так посмотреть, ладно. Игра, где я тоже что-то решаю. Да, тут такая тема есть. Как я знаю, управление-то меняется, в том смысле, что главное могу не я стать. Смотри, в слоне, когда ты находишься в внутренней форме слона, ты можешь... Ой, я простой гриб взял. Ну, запас. Блин, слона бы сейчас кричал. К тому, что ты можешь, видишь, там было сказано махнуть хоботом. Так а ты не знал атаковать? Я так всегда бил. Блин. Хоботком. Блин, Юль, возьми там. А! Ой, ну все, минус суслик. Вниз прям жмешь. Сейчас, погоди, тут просто летать. Джепой все разбил. Аккуратно. Ща. Страшно. По семечке. Иди сюда! Ай, атакуй! Блин! Все. Атаковали. Так, это можно что-нибудь? Сейчас что-нибудь вы... Ты можешь этот сожрать? О, мой слон. Бери, коротышка. Ну, быстрее это. Так, все. Так. Че, ну, ты... Блин. Стой. Во, их напоить можно. Только зачем? А, монеток больше дают. О, этого парня мы ловим. Иди сюда, быстро. Так. Стоять. Стоять. Стой. Все, вышиб. Добивай. А! Тихо, а, и мне чё? Нормально. Не знаю. Эй, вон чё. Бау. О, набивать можно. Класс. Блестяще. Юль, куда-то упал. Сейчас иду. За мной. Я... Все, из-за тебя меня забрали. Стоп. Это хитрый... Стой. Не мочи. Всё, а, иначе мы бы не взяли. Да, зная игры, я уже сразу же понимаю, что иногда противников хитро дают не просто так. Так что это, не торопись порой мочить всех. Я так не настолько быстрая. О. Блин, ну а я хотела сама. Кш-кш-кш. Надо сюда, что ли? Наверх. Хотя не все красные, видимо, трубы одинаково полезны. Стой. Ну нет, да, сюда нельзя. Так, все, тут больше ничего не вижу. Так, чекпоинт. Идем. Не знаю, не вижу больше. Блин, может сейчас нету? Ну ладно, возьму. А я могу, кстати? Могу. О, сейчас, погоди, возьму. Все, мы все собрали. Блин! Э, ты че? Ща. Ого. Да-да-да, сейчас максимально бью, и я получу монетки, смотри. Ой, блин, сбился я в руку. А, стой! Блинский, чувак! Что-то собиралось, что ли, там? Да не, потом просто эта штука попала. А что надо делать? Может, ловить? Ну, я ловлю. И бежать, может. Звездочки. Что происходит? Где я? Что я? Что я делаю? Я не знаю, но что-то делаю. Сносить супер ярко, все. Блестяще. Вон у него семечко. Сейчас догоню. Есть. Бебец, я быканул на него. Ты можешь, кстати, поливать вот эти, да? А я вот не знаю. А, стой! Я воду набираю, а потом как-то использую. Ну-ка, что у меня это еще есть? Да, я могу напиться воды, а потом брызгать. Тихо. Стой. Тебя принесли. Иди сюда. Как, ко мне давай. Как? Вниз. Вот, все. Ага, спасибо. Так, блин, я разбомбил. Ой, Мишка. Ща. Я случайно. Блин, не дали даже мне. Встала. Ну ты что, даже не залез. О, наконец-то. Зато тебя дали. Ура, видать, кто первый. Кто первый, а не первый игрок. Кто первый на флаг, тот и забирает. Видимо, о, да. О, фотка какой. Или там кубарем летит. Ой, жесть. Он сейчас что-то, кстати, будет, походу. Какой-то финал, видимо. Может быть, мини-босс какой-то. Пойдем посмотрим. Да, спасибо. Вау, перспективка-то мощная. Ого, вот это по мне. Ай, ты жмешь почему-то, Юль. Цветочный замок, это я. И я цветочный замок. Какая чудо-сила. Чувствую, что становлюсь сильнее. Скоро весь мир будет моим. Бэп! Все ясно. Ну и проваливай. Надудел-то там. Да. Этот вредный Боузер, он бросил нам вызов, и я это так не оставлю. Нам нужно как-то до него добраться. Да, как-то надо бы. Я придумал, погонимся за ним на цветке пропеллера. Да, звучит хайпово. Ладно, пойдем. Жми, Юль, ты теперь решаешь все. Это потому, полномочия что я, отобрали у меня. Я, да, короче, я понял, как меняется управление. Управление меняется тем, кто первый прошел уровень, тот становится главным. Mm-hmm. А, вон тут плата, видишь как? Чтобы пройти дальше. Семечки да. нужно платить.
То все есть засрал. Нужно уровни все-таки прям отполировать, так сказать. Ну, наверное, минимальное количество вот хватит. Это что такое, интересно? Не знаю, внизу. Бонус может какой-то. Да, мой папа превратился в настоящий замок. Теперь с ним никто не справится. Ага, ну как обычно он сидит, как этот местный владелец, управляющий. Так, ладно, у нас 6 штук, нам хватит на одну хотя бы. Все хуже и хуже. Смотри, вокруг этого дома обвилось какое-то растение. У меня идея. Попробуем применить наши чудо-семечки. Они должны привести все в порядок, ведь в чудо-семечках содержится много силы. Пойдемте. Силы земли? Я жми, надеюсь. Юлек. А, стоп. Ты решал местный. Ага, спасибо. Наконец-то вся власть в моих руках. Муахаха, муахаха, муахаха. Ну, выбирай тогда миссию. Дом значков. Ок. Давай, посмотрим, что это такое. Такое чувство, что не миссия, а может и миссия. Ой. А, бонусы, скорее всего, сейчас нам раздавать будет. Здесь все в порядке? Я был в таком ужасе, что чуть не завял. Но мне удалось спасти ценный значок. А, да, для чего нужны значки? Разные значки действуют по-разному. Они очень нравятся тем, кто путешествует по цветочному королевству. Принц Флориан, могу ли я надеяться, что вы примете этот значок от меня в подарок? Я не сомневаюсь, что такой величественной особе значки могут пригодиться. Это, я как понимаю, навыки. Угу. И вот, скорее всего, на той карте, которую да, я спросила. Да, был тоже навык. Да, да, да. Спасибо, мне всегда хотелось нацепить какой-нибудь значок. Теперь я всем смогу помочь. Пипец, у тебя лицо так. Я у меня прям душа расцвела. Я так рад услужить вам, принц Флориан. Вы сами увидите, что с нацепленным значком приключения станут куда комфортнее. Да, и он, видишь, ко мне залез теперь. Да, главарь местный. Предается плавным путем, да. Так сказать. Головным путем, точнее. Воздушный капельный. Смотри. Ого, тренировка со значком. Нажимай вот правый бампер, получается. В полете. Или встряхни контроллер. Мы половинками играем просто. Во, встряхнуть контроллер. Блин, ну... Ну такое. Сейчас, нажми это. Не так и просто. Не, лучше зажать, потому что стряхнуть. А, ну кстати. Надо трясти постоянно тогда. Чтобы он летел. Блин, ну не просто. Нормально, нормально. Так, а что там, либо что? Ну, бампер. Ага, правая кнопочка. С половинками просто сложнее это выполнять. Но мне нравится, что у свеча есть эта тема с половинками управлять. Не надо дополнительно покупать. Ох, и натворил он здесь. С чего начать? Открытый мир. Опять это противное растение. Похоже, нам снова понадобится чудо-семечки. Ну, куда сначала пойдем? Если нужно, кнопкой SL можно открыть карту. Угу. Так, ну сейчас, наверное, развилка будет. Куда? Давай к быкам. Вот сюда, да? Ой, блин, тут вообще нет никакого этого пути. Давай. Сложность 1. Жми. Блин, ништяк. Сломали всю эту систему в плане того, что я привык, ну, обычно полоски, по которым ты идешь, а тут карта открытая. Начинаю вваливаться. Ой. Вау. Понял. Ну-ка, иди отсюда. Стой, на него, наверное, может как-то... Я его уничтожил. Блин, я огненный стал. Надо этого... На, возьми. На. Теперь ты слон. Ну, блин, нифига. Давай, сноси все. Юль, ты чё? А не, как? Беги и сноси хвостом, хоботом. Ну, прям бей. Бей. Стой, а как ну, бить-то? Бей, бей, левый. Левой кнопкой, как бежишь, бей. Ну так я бегу, стой. Бей, 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 ну, бей, ну жми. Блин, нет, ну ты что прикалываешься? Левой кнопкой, когда стоишь и бьешь. А, блин, ты такой, беги, бей, как я могу так, бежать ну, подходи, и бить одновременно? Блин, ну как мы теперь туда попадем? Ну ладно. Блин, ну сорян. В принципе, ничего страшного, наверное. Блин, тут все надо слоном было делать. Блин. Надо возвращаться. Да. Вот так вот, ну, доверься все. Начальнику этому. Все, засрал просто, все. Мотивация потеряна. На, Карлито, забирай. Опа, жизнь. Вот так вот. Ну все, будем, мы запомним ваш подвиг. Блин. О, ладно, быки сейчас все разнесут вместе. Ау, со мной. Ё-моё. Снизу. Стоп, стоп, стоп. Дайте карлику. Да куда ты? Куда ты идешь? Я просто собрал. Да ладно, это пока не столь важная вещь. Можно сюда? Нет, нельзя. Блин, ну теперь загони ее тут. Загони. Так, может здесь есть что-нибудь? Да вообще. Я же прыгнула. На, собирай тут все тут. Дайте хоть вырасту.
Ой, все. Можно? Ой, вот здесь вот надо прыгнуть, наверное, нет? Ну, типа, подлететь. У нас же вот эта штука есть. Ай, блин, из-за тебя, Юлёк. Стой, а почему? Я Стой. Же нажала. Блин, бычара. Бычара! Да что он нам сделает? Стой тут на месте. А как? А как снести-то его? Может, стрельнуть? Да нет, Юль. Может, снизу? Иди сюда. Так. Наверное, мы ничего не сделаем. Сейчас, может, бычара пойдет. О, стой. Ну-ка, грибы, ну-ка. Не мочи их. Все, не трогаю. Хотя, что они дадут? Ну, ладно, хрен с ним. Не знаю, Юль, как достать. Мне кажется, здесь... Ну-ка, бык. О, он сбил. Есть, все, нормально. Всё, получили. Так, то, а то иначе, смотрите, сколько мы тут контента. Пропустили, ё-моё, беги! Бычара, 2D-шную забили. Три, чего три? Чё три-то? Ай, блин! Ну, сейчас уничтожат этих. Ай, тут шипы снизу! Блин! Стоп! Нет! Мы семечку не взяли. Всё, я сдохла. Жёстко. Блин, а чё как сложно? Так, нацеплен, да, всё у нас есть. Так, ну ничего, фига. Две жизни. Все заново? Нет, у нас чекпоинт есть. Так, стой, погоди, здесь есть что-то, я помню. Да я же отпрыгнула. О, теперь царь, нормальный чел. Иди сюда, иди собирай вот эту. Сейчас быка ловим тогда. Да, не мочи его, ладно? Да окей. Бычара, где ты там? Все, отходим. И ждем. Отлично. Все. И бежим. Всё. Вообще не останавливайся. Верхом. Бежим. Погнали. Не останавливайся. Так. Что, соберем сейчас эту штуку? Сейчас. Что вот это такое? Блин. Ух. Вот тут теперь бежим. Короче, Юль, я на тебя не ориентируюсь пока что. Да, я застряла. Надо быть быстрее. У меня это. Да давай, иди, реально. Блин, а тут-то как вот без слона. Вон он. Да сейчас. Дай. Не успели, ну тут да жесть. Как так? Стой, успеть тебя спасти. Ладно, хотя бы монетку взяли. Или, ну да, наверное, в конце семечка была. Да. Ну ладно. А чё? Закрыто. Это вот, наверное, как раз семка здесь была. Наверное, да. Ну это, походу, вот только перепроходить. Ну да, в каком смысле. Ну вот пошли миссии теперь. О. Мне, правда, вот не особо удобно, что вот прыжок и вот этот бег постоянно зажимать. Ну типа... Фига себе. Кнопкой. Да как-то нормально. Не совсем комфорт. Нет, я за себя говорю. Фига тут спуск. Тебе может быть удобно. Ну, ладно. Две семки. А, ну смотри, логично. Одну мы не взяли вот из этого портала, а другую, наверное, слоном надо было добыть. Я бедный. Быка получил. А я, как обычно, где-то по верхам лажу. Ну, слушай, ну зато весело было. Давайте пока прервемся. Пишите свое мнение по поводу игрушки. Если хотите продолжения, выскажитесь в виде активности, лайков или комментариев. Всем хорошего настроения. Всем пока. Всего хорошего.